Голова снова разболелась. Надеюсь, у меня хватит сил добраться до цели на своих двоих. Торопись, Эрик. Найди Штайнера. Ты должен найти его, Эрик. Голос ангела был нетерпеливее обычного. Я понимал, что время на исходе. Нужно было спешить. Он внутри! Спускайте зверей! Thank you.
Роза, ты еще здесь? Роза, ты меня слышишь? Я в центре службы безопасности. Ну что ж, буду работать один. Незваные гости. Стой! Назовись! Radio. Обрушились большие площади музея Хардинга. Под обломками осталось несколько спасателей. В большом количестве поступают письма от групп фундаменталистов, берущих ответственность на себя, но полиция пока не смогла проверить их подлинность. Всего несколько часов назад в музее Хардинга произошла перестрелка, предположительно с террористами, в ходе которой погибло более 20 служащих музея. Несколько часов спустя там было подорвано неустановленное до сих пор количество взрывных устройств, что вызвало пожар в нескольких местах. Группа радикалов протестовали против будущей выставки в музее Хардинга, где в качестве экспонатов были заявлены настоящие части тела и человеческие органы. Это был Ян Швейцер, всегда в гуще событий на РФ Радио. Стоять, не двигаться! Там кто-то есть! Черт, у нас потери! Это он не возвернулся! Прикрой! Идиотом!
прячется где-то тут. Найти ее и уничтожить! Дверь захлопнулась за мной, но это не имело значения. Из комнаты доносилась тихая музыка. Тем временем солнце взошло, и яркий и смертоносный свет залил всю комнату через окно в крыше. Но все мое внимание было обращено на человека, сидевшего за пианино. Похоже, это и был Штайнер. Спасибо, но я, пожалуй, хотел бы побеседовать с моим гостем наедине. Что ж, для полувампира ты далеко зашел. Пожалуй, я даже напуган тем, как легко ты прошел мою систему охраны. Мне немного помогли. В самом деле? Интересно. Поговорим об этом позже и более подробно. Но мне интересно знать, зачем ты вообще сюда явился. Скажи, что привело тебя в мою скромную обитель? Я хочу больше знать о вампирах. В самом деле? Что ж, похвально, что ты хочешь больше узнать о нас и о себе. Пожалуйста, продолжай. Что же ты хочешь узнать? Расскажи мне о вампирском обществе. О вампирском обществе? О, это очень обширная тема. Увы, вампирского сообщества как такового не существует. К несчастью, каждый из нас наделен здоровым эгоизмом, не позволяющим ему много общаться с другими. Мы все прирожденные одиночки. Просто существует несколько правил, которых мы придерживаемся. Например, человечество не должно знать о нас. В остальном, полная анархия. Подозреваю, ты явился из убежища. Кто же еще мог отправить тебя ко мне? Это уникальное явление. Вампиры, помогающие друг другу. Жаль, что мне придется их уничтожить за то, что они прислали тебя сюда. Существуют ли вампиры старше тебя? Наверняка. Если мир и научил меня чему-то за прошедшие века, так это тому, что нет ничего невозможного. Впрочем, полагаю, тебе достаточно будет знать, что я самый старый и могущественный вампир в регионе. Расскажи мне о своих вампирских способностях. Неплохая попытка. Уверен, ты и так скоро все узнаешь. У меня больше нет вопросов. В самом деле? Ну что ж. Ты Виктор Штайнер? Верно. Я Виктор Штайнер. Это мой клуб. И это моих охранников и упырей ты убил. Но, полагаю, ты уже знал, с кем имеешь дело. Ожидать иного было бы странно. Мне нужно немного твоей крови. А, кровь. Твой создатель бросил тебя? Что ж, я мог бы предложить тебе место среди моих упырей, но сомневаюсь, что это предложение тебя заинтересует. Итак, если ты хочешь моей крови, уверен, ты что-нибудь предложишь мне взамен. Верно?
У меня есть информация. Информация? Это интересно. Очень интересно. Впрочем, сомневаюсь, что полукровка может сказать мне что-нибудь стоящее. Но продолжай. Что ты можешь мне предложить? Я могу рассказать тебе кое-что о Блуминге. О Блуминге? Даже если бы ты не прикончил его сегодня, мне все равно не было бы никакого дела до этого уродца. Более того, я уже знаю о нем слишком много. Нет, я ничего не хочу знать о Блуминге. Ты убил его, и он заслуживал смерти. Никто скучать не будет. Я могу рассказать тебе кое-что о Владе. О Владе? Влад мертв. О чем тут еще говорить? Кроме того, ты так и не понял одного. Влад работал на меня. Я могу рассказать тебе об убежище. Ах да, убежище. Ты в самом деле решил, что можешь сказать мне что-нибудь, о чем мои шпионы еще не написали пару сотен страниц? Спасибо, но я знаю о нем достаточно. Боюсь, я не знаю ничего, что было бы тебе интересно. И это самое печальное. Я бы очень хотел узнать что-нибудь о тех людях, которые взорвали музей и Геофордж. Полагаю, о них ты ничего не знаешь? Нет. Мне показалось, что это сделал кто-то из вас, чтобы скрыть существование вампиров. Тебе не кажется, что это был не самый удачный способ добиться цели? Что ж, надо будет поразмыслить на досуге. Я сохраню тебе жизнь. Как щедро. Но, боюсь, ты немного переоценил свои силы. Или недооценил мои. Полагаю, ты приложил руку к тому, что случилось в музее и в Геофордж. Я прав. Должен признаться, это меня впечатлило. Да, Блуминг был слабаком, но Влад... У Влада были блестящие перспективы. Странно, что полукровка смог его уничтожить. Тем не менее, пока ты меня недооцениваешь. Боюсь, я окажусь куда более серьезным противником. Довольно разговоров. А, кто-то решил все-таки умереть. Ну, давай начнем. Когда начался бой, я понял, что он уже проигран. Солнечный свет должен был стать моим союзником, но Штайнер не обращал на него внимания. Мою же плоть он обжигал настоящим пламенем. Вторая смерть казалась мне неизбежной. Свет ослепил меня, и в зал ворвались солдаты. Я уже видел это снаряжение. Грабители в музее были одеты так же. Солнце не беспокоило Штайнера. Другое дело вражеские пули. Штайнер рухнул. Стрельба утихла. Осталась только гнетущая тишина. Затем появился яркий призрак. Сначала мне показалось, что это ангел пришел спасти меня. Но я ошибся. Это была женщина, отдававшая приказы солдатам. Похоже, их интересовал только Штайнер. Тем лучше для меня. Я воспользовался возможностью ускользнуть. Проход, по которому пришла охрана, казался единственной надеждой. Я бежал, пользуясь своими способностями, как только мог. От этого зависела моя жизнь. Голоса преследователей становились тише и, наконец, смолкли. Здесь внизу они могут искать меня до скончания веков. Восход солнца погрузил меня в сон. Когда солнце село, я проснулся. Я не мог понять, что случилось в Атлантиде. Неужели существуют охотники на вампиров? Роза была моей единственной зацепкой. Опять. Я вернулся в убежище. Убежище находилось в захудалой части города, уничтоженной пожаром 15 лет назад. С тех пор здесь селились те, кому больше некуда было идти.
Это место прозвали дырой. Роза, ты меня слышишь? Роза! Ответа не было. Так, парни, рассредоточиться и зачистить зону. Охотники на вампиров. Неужели они здесь из-за убежища? Нужно было скорее предупредить Розу. Черт, приятель, я не должен быть здесь. Я должен быть в ударной группе. В музее эти сволочи убили моего брата. Нам срочно нужно подкрепление! Предупреди. Черт, приятель, я не должен быть здесь. Я должен быть в ударной группе. В музее эти сволочи убили моего брата. За ним должок. Спокойно, у тебя есть приказ. После этих будут и другие. Ты еще успеешь отомстить им за брата. Но тот, кто убил моего брата, сейчас в этом клубе. Я это чувствую. Если повезет, они возьмут пленных, и ты еще сможешь посчитаться. Но твоего брата это не вернет. Верно. Но ублюдок, который это сделал, должен заплатить. Что это было?
Наверное, показалось. Эрик! Эрик! Ты меня слышишь? Роза! Черт, почему ты не отвечала? Я уже в пути, но вокруг полно охотников на вампиров. Я знаю. Мы заметили их, но не сможем остановить. Мы укрылись здесь. Хорошо, оставайтесь на месте. Я иду к вам. Поняла. Удачи, Эрик! Вампир! Эрик! Эрик! Мы... Хорошо. Понял. Черт! Тут чужой! Выхожу! Кровосос! Упокоить вампира! Thank you.
Там кто-то есть. Наверное, показалось. В кинотеатре явно жило несколько упырей. Нужно было с ними договориться. Они идут. Эрик, мы пытаемся их остановить, но... Они... До убежища я решил добираться через старый кинотеатр. Хорошо бы, если ржавые балки еще держались.